Новая героиня перезагрузки на ТНТ – Ольга. 4 года назад Ольга узнала о предательстве мужа. Было пролито много слез. Потеряна надежда и внешнее отражение в зеркале перестало радовать нашу героиню. Наблюдаем истончение кожи вокруг глаз, серый и тусклый цвет лица, заломы мимических морщин. Команда клиники ЦИДК подобрала оптимальный комплекс процедур для восстановления и улучшения кожи Ольги. Устранили мимические морщины лба и межброви с помощью инъекции ботулотоксина и провели мезотерапию в области вокруг глаз. Далее мы поработали с качеством кожи микроигольчатой терапией. За счет воздействия на кожу радиочастотной энергии данная процедура дает возможность быстро и безопасно справиться с большим спектром эстетических проблем, вернуть коже здоровье, молодость и красоту. И завершили комплекс плазмотерапии. Процедура направлена на восстановление тургора кожи для питания и сияния кожи лица. Согласитесь, небольшой курс процедур, а как расцвела Ольга? Понравилось преображение? Ставьте лайк под этим видео.